Вот здесь, на востоке Москвы, вдали от шумных центральных магистралей, расположен новый гостиничный комплекс «Измайлово». Второго такого комплекса нет нигде в мире. Судите сами, самая крупная в Европе гостиница «Россия» рассчитана на 5400 человек, «Уолдорф Астория» в Нью-Йорке на 6000, гостиничный комплекс «Измайлово» на 10000. Он объединяет 5 30-этажных зданий. Номера для туристов в основном двухместные, очень удобные, комфортные. Красивая элегантная мебель, яркие сочные обивочные ткани. К услугам туристов кинозал, почта, библиотека, бары, ресторан. В дни Олимпиады комплекс «Измайлово» принял туристов из многих стран мира: Италии, Финляндии, Франции, ГДР, Венгрии, Болгарии. Говорит Курт Циан, член президиума и секретарь Главного управления Объединения свободных немецких профсоюзов, почетный гость ВЦСПС. Unsere Touristen aus der Deutschen Demokratischen Republik sind tief beeindruckt von der Olympiastadt Moskau und von den Wettkämpfen der 22. Olympischen Spiele.